Когда я первый раз стала на лыжи, у меня ничего не получалось вообще. Даже тренера думали, ого, думают, кого мы позвали. Кубарем летала. Ну, я как-то себя настраивала, что надо держаться, и все получится. Вот как-то настраивала. И уже через год на чемпионате мира я стала чемпионкой. Вся эта атмосфера, она такая, ну, она ни с чем не сравнимая. Вот я была уже 3 раза на Паралимпиаде, я знаю, что такое Паралимпиада. Это просто такое чувство, что ты выступаешь перед самими богами. Не знаю, мне вот кажется, что на небе сидят боги и смотрят на тебя, как ты бежишь. Конечно, хочу уже золотую медаль, стать первой и уже успокоиться. Ваша підтримка – наша перемога.